Ты залог нахуй, поставь сетку. Так, Серега что-то там. Тут без шансов пизда. Уж кого-нибудь очко сгорит, а легнут. Пиздец, у меня без привода. Мне бы еще тестов, хотя бы игры две, и если похуй на эти вылеты, да, главное, я еще повторю, чтобы заходило, реконнектилось. Я бы на тот аккаунт пошел, где две игры от них, и это калибровать. Еще бы, типа, ну, ладно, это последняя игра на сегодня, ну как на сегодня, вторую часть стрима постараюсь включить и еще протестить. Вылеты есть, но, по крайней мере, зашло. Я бы, блядь, просто на груди некра ебанул. Просто некра и просто шел бы до трона. Тут реально нечем дефать, ну, вообще нечем. Мару не затащит. Верка третья сеть. Мой билд называется жопоразрывающий билд. Жопоразрыватель, короче, билд. Кто-то мной недоволен. Так, ну недовольна луна. Бля, луна, сори. Там. А это, подожди, это Рашка у меня? Я с русскими играю? Точно. Шорпингуешь, черт, давай тащи мне игру. Луна, стример ты наш, одинокий. Ты будешь тащить? Давайте уже. Блять, ну как так? Луна, чё купить вообще на... Чё посоветуешь собрать? Медас, наверное, да, выкормить? Чё вообще сейчас собираю? Сапог я купил. Может, отгон ебанул? Блядь, все молчуны. Мамки спят, что ли? Ой, блядь. А мамка спит, боитесь разбудить? Посоветовать. Сука, профессиональному игроку на Ланае не можете посоветовать, чё мне собрать. Охуеть. Да не, вряд ли стримит, есть у нас такие никнеймы, да, там, типа, стрим, все дела, но на самом деле, они не стримят. Это ты видел его никнейм? Я прочитаю. Твич. Аха, нахуй, блядь. Чё это вообще за стример? Она нахуй. Либо он стримит, у него ноль зрителей, либо он нет. Кому мозги нужны? Кому кто самый тупой, кто есть? Так, вот на Верке тупой. Верка, я тебе мозги сейчас принесу, держи, если он застрял. Не то мозги. Ну, короче, либо вон Ричимару пусть забирает. А чё я буксую, блядь? Короче, мозги, давайте. Вот, для тупых. О,
что ты сейчас с Рокса взял мозги, сейчас ебашь их. У них 6 стата. Пацаны, что собрать? Тагер или Дизон? Это надо второй левел сделать. Вообще странно, никто ничего не пишет. Играя на русском сервере, мало того, что никто не пишет, мало того, что voice, да, никто не говорит, так они еще вообще в чате ничего не могут посоветовать не собрать. А ты классно спросил, что мне купить? Ну ладно, они меня не поддерживают, придется заработать. Вот ваш стример ваш. 0-5-0, блядь. Нафигел в руду или нет? Сука, и главное, говно не вернуло же, да? А, вернулось. Я думал. Блядь, придурки, оффлайн, ну, типа, знаешь, выходит из игры, и ты 5 минут ждешь, пока его дропнет. Кстати, походу сейчас все, ну, yes! Ванны тоже вернут, и здесь.